личный состав полка патрульно-постовой службы для торжественного открытия стационарного поста полиции построен. Перекресток улицы Осипенко и проспекта Ленина теперь под особой защитой. С этой минуты здесь начинает действовать опорный пункт полиции. Видно его издалека. Любой житель может обратиться к полицейским за помощью. Здесь же можно написать заявление. Это уже 8-й опорный пункт. Пункты будут еще подключены в ближайшие дни. И Новый год жители Самары встретят в системе, я убежден, безопасности и ощущения степени этой безопасности. До 2018 года в Самаре появится всего 20 опорных пунктов полиции. Юная самарчанка Катя Розова еще никогда не видела столько полицейских. А папа девочки уверен, чем больше они будут на виду, тем спокойнее. Эти вот дополнительные пункты полиции, я считаю, это как в какой-то степени будет таким ограничивающим моментом для тех лиц, которые готовы совершить какие-либо деяния злые против добрых мирных граждан. Дружинники патрулируют улицы Самары ежедневно, начиная с весны этого года. Количество преступлений за это время значительно сократилось. Энтузиазм нарушителей спокойствия при виде патруля сходит на нет. Бывает, что они ведут себя немного грубо, но после разговоров профилактических они понимают и ведут себя после этого хорошо. Сейчас и полицейские, и их добровольные помощники готовятся к работе в новогодние праздники. Патрулирование городских улиц будет усилено, а дежурство в опорных пунктах будет круглосуточным всегда. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.